Стальная защита двигателей коробки для автомобиля Peugeot 308 второе поколение после 2013 года выпуска. Завод-изготовитель «Титан», сталь горячекатанная, толщина 2 мм, покрытие антикоррозионная порошковая краска. Защита ставится на штатные места, комплектуется всем необходимым крепежом. По длине прокатаны ребра жесткости усилители конструкции. Имеется вентиляционное отверстие в передней части для охлаждения мотора, а также предусмотрены технологические отверстия. В тех местах, где металл соприкасается с металлом, вставлены силиконовые амортизаторы с плотного силикона. Они препятствуют появлению скрипа во время эксплуатации защиты. Вес защиты порядка 10 кг. Спасибо за просмотр, хорошего дня и подписывайтесь на канал.